Первую встречу в рамках летнего читального зала в библиотеке имени Маяковского посвятили 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Для детей библиотекари подготовили познавательно-развлекательную литературную программу «Пушкинские сказки без подсказки», в которой раскрыли сказочный мир великого писателя и поэта, рассказали об известных героях его произведений. Дети читали по ролям, участвовали в викторинах и подвижных играх, собирали пазлы, рисовали и раскрашивали, мастерили своими руками золотую рыбку. Читальный зал ждет в гости всех желающих в период летних каникул. Мы ждем наших горожан и взрослых, и детей в нашем летнем читальном зале, который будет работать для вас с 13 июня по 22 августа, каждый четверг с 16 часов до 18. В рамках летнего читального зала дети будут знакомиться с различными литературными произведениями, открывать для себя что-то новое, получать новые знания и общаться. И все это в увлекательной игровой форме. Одним словом, здесь ребята смогут полезно и весело проводить досуг. Это и подвижные игры, и чтение, и рисование, и поделки своими руками. То есть много различных форм работы мы проводим с детьми. Это всегда с какой-то темой связано. Не обязательно с литературными произведениями. То есть у нас каждый читальный зал посвящен какой-то тематике. Мероприятия будут проходить на свежем воздухе рядом с библиотекой. В случае дождя программу не отменят, но перенесут ее в зал искусств. На программы летнего читального зала приглашают всех желающих.